Да, я хочу, посетив этот спектакль, выразить свое удовлетворение всем актерам, режиссерам и всем людям, которые принимали в создании этого проекта, и пожелать им в дальнейшем движения вперед. Ну, нашему уважаемому актеру, который перевоплотился в замечательного человека, и не только актер, Сенцову Сергею. Замечательный человек, воплотившийся в замечательного человека. Да. Но я хотел сказать, что... Спасибо, Дмитрий. Это немножечко было сказано не так, как я выразил, но Сергей меня поймет, потому что мы прошли путь от хулиганов до простых уважаемых парней. В принципе, достаточно понравилось. Понравилось смотреть, было интересно. Иной раз приходишь на более знаменитые, известные спектакли и уходишь с каким-то негативом или чувством неудовлетворения. В данном случае мы получили удовольствие и рада, что посетили. Самое главное – финал. Финал радует то, что эти деньги идут на какую-то помощь. Это всегда придает какие-то необходимые, нужные, добрые эмоции в этой жизни. Так? Спасибо. Да, мне очень понравилось. Особенно игра актеров очень понравилась. Очень, очень по-настоящему и не пафосно, что хорошо. Спасибо. Ну, в представлении актеры были совершенно другие. Очень мне понравилась девушка, подобрана хорошо, которая играла... сейчас скажу, продавщицу. Оксана, да. Хохлушечка. Кто еще понравился? Вот мужчина, господи, все имена уже забыла, который Михаил, да, получается, да. Вот его тоже другим представляла. Тут такой прям мужчина. Нормально пойдет, да? Ну да, такой. Я его немножко помягче представляла, когда книжку читала. Но на самом деле книжка очень крутая, очень интересная. Дмитрий тоже отзывы писал. Поэтому всех благ и достижений, и всего хорошего желаю. Спектакль прекрасный. Больше всего радует именно то, что он помогает людям раскрыться на встречу другим людям. Вот. Нести добро, любовь, благополучие свету. Вот, ура! Мы вообще не подозревали, что такое вообще организация есть, которую, ну, точнее подозревали, но ни разу я вообще не видел, вот, как вообще все происходит. Это человек, который вообще все это организовал, ему очень много эмоций у нас вызвало. По словам организации. Ну, которая помогает людям с ограниченными возможностями. Да. Вот. Вообще спасибо большое актерам. Все молодцы, творческих успехов и больше здоровья. И будет здоровье, будет все, да? Спасибо. Отличный спектакль, спасибо вам. Я хочу сказать, что это безумно трогает. Я исследую, поэтому я смотрела на реакцию людей, которые меня окружают. И когда был антракт, я слышала, что происходит вокруг, и каждый нашел в этом что-то свое. И я слышала, когда женщина говорила своему мужу: «Милый, вот это вот точно, это твои слова, это прямо все с тебя». И это здорово. Это здорово, потому что это объединяет и делает людей счастливее, и доносит что-то очень важное. Вот, я хочу сказать огромное спасибо за этот спектакль. Это очень важное дело.